Привет, друзья! Опубликованы кадры производства российских ракет «Алазань», предназначенных для борьбы с градом. Ракеты производит Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева. Сейчас производятся ракеты «Алазань-8М» и «Алазань-9». Противоградовая ракета «Алазань-9» отличается от предыдущих «Алазань-6» улучшенными показателями. Несмотря на меньший калибр 60 мм вместо 82 мм, ее эффективность не снижена. В ракетах нового поколения «Алазань-9» быстродействие реагента йододида серебра увеличено в 2,5-3 раза, а себестоимость благодаря меньшему калибру снижена. Как работает эта ракета? Противоградная ракета с твердотопливным двигателем оснащена шашкой из активного дыма и распыляет аэрозоль йодида серебра. На частицах серебра образуются ядра кристаллизации, на которых образуются зародыши градин, после чего они выпадают на землю в виде дождя или мелкого, не представляющего опасности града. Ракеты способны поражать градоопасные облака на расстоянии до 10 и на высотах более 8 км. И оснащены системой самоликвидации. Использование противоградовых ракет позволяет на 70-90% сократить потери сельскохозяйственных культур от града в южных регионах России. Ранее ракеты применяли и в боевых действиях на Кавказе, и в Приднестровье. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.